Продукт номер два в области снижения веса, коррекции фигуры, выведения токсинов и шлаков с твоего организма – это Тайга 8 Тео. Вот такая большая коробка, которой тебе хватит ровно на 2 недели. Тайга 8 Тео – это эксперт в области снижения веса. Внутри находится запатентованная формула, как и в Стоуне, Full XP комплекс, который разработан Российской Академией Наук. Что же внутри такой коробочки? Внутри такой коробочки находятся вот такие стики. 42 стика, в составе которых находится самая высоко жиросвязывающая клетчатка. Продукт нужно употреблять 2-3 раза в день, в зависимости от твоих потребностей, перед едой. Разводить в теплой воде, получается такой насыщенный малиновый кисель, который блокирует чувство голода, а благодаря огромному количеству правильной клетчатки, правильных углеводов, ты получаешь меньшее количество калорий и блокируется чувство голода. Дальше эта клетчатка, путешествуя по твоему кишечнику, впитывает и абсорбирует всю слизь, выгоняет все залежи каловых масс. И поверь мне, уже на третий день ты почувствуешь реальное облегчение. Без лишних калорий, без расстройства желудка. Вот. И этот продукт принесет тебе массу вкусовых ощущений, потому что здесь в составе находятся кетоны малины, и они прямо будут возбуждать твой организм к употреблению правильных, еще раз говорю, правильных полезных углеводов. Можно сказать, что да, углеводы можно получить там из каши, из риса. Нет, друзья мои, правильные углеводы, они не провоцируют выброс инсулина и сахара в кровь, да? И самое главное, то, что правильные углеводы, это клетчатка, которая находится в Тайга 8 Тео, она питает наш микробиот. Ты знаешь, что это такое? Это наш с тобой третий мозг. Первый мозг, спинной мозг и наш с тобой кишечник. Там находится более 2,5 килограммов полезных бактерий, которым тоже нужно правильное питание. Поэтому этот продукт защитит тебя, защитит, укрепит твой иммунитет и поможет тебе на протяжении 2, 3, 4 месяцев добиться реально крутого результата в области снижения веса. Не быстро, но гарантированно, эффективно и без возврата лишних килограммов.